давай. И вот говорят, как же рисовать, как же рисовать? Да никак, вообще никак. А надо так рисовать, чем больше ошибок, тем богаче живопись. Потому что можно исправить, и дополнительные исправления улучшают картину. Смотрите, раз. Та-та-та-та, во. Сейчас еще. Потому что я чувствую, что там что-то не хватает. Сейчас она будет великолепная. Это влюбленный юноша. Он ждет, придет она или не придет. Ну, наверное, придет. Обратите внимание на его глаза. Внимательно смотрите на его глаза. Какие они влюбленные. Ну, посмотрите, какие у него глаза. И теперь вот так мы сделаем. Вот так. Теперь он становится еще влюбленней. Я теперь его сделаю таким влюбленным, что любая девушка, которая посмотрит, сразу почувствует, вот это настоящий юноша, да? Вот смотрите, вот здесь тоже. Вот так, во. А губы ему надо или нет? Ну, напишите там в комментах, что еще докрасить, что еще поделать, а я вас научу рисовать смело, потому что я вам еще потом на ролике скажу, как освобождаться от блока в себе, чтобы быть уверенным, и чтобы гармония вас вела. И чтобы у вас все получалось. Вот так. Смотрите, как он цветы держит. Итак, до встречи, друзья.